418 километров составляет протяженность автомобильных дорог в Заинском районе. Этой весной в число первоочередных направлений для ямочного ремонта стали участки с наибольшим повреждением дорожного полотна. Одна из таких – направление Заинск-Сарманово. Протяженность составляет 18,5 километров. На наиболее аварийных участках ямочный ремонт не спасет ситуацию. Потому работа ведется с выборкой грунта. Производим ликвидацию пучинистости. Это аварийный участок. Сейчас производится разломка асфальтобетонного покрытия и частично выборка грунта. После этого все уплотняется и засыпается щебнем марки 400. По технологии после выборки грунта на этом участке засыпят 20-сантиметровый слой щебня. Только потом будет уложен асфальт. Ямочный ремонт этой весной будет также проведен на участках дороги Заинск-Сухарево до деревни Оксарино и на автодороге Набережные Челны-Заинск-Альметьевск. Елена Маврина, Денис Сипатов, новости Заинска.